были ли вредными или полезными наши встречи с президентом Трампом? Я считаю, что несмотря на попытку дискредитировать эти встречи, они все-таки скорее были позитивными, чем негативными. Почему? Потому что мы видим, что там происходит. Конечно, видим. Мы же читать умеем. Читаем. Вот. Смотрим на то, что происходит там на внутриполитической площадке. Но все-таки лучше общаться и контактировать друг с другом, чем, извините за моветон, собачиться и ругаться, не переставая. Это общение с и президентом Соединенных Штатов, и вообще у нас много происходит. А внутриполитически, ну, наверное, лучше не стало в Соединенных Штатах от наших встреч. Наверное, потому что, повторяю, это кто-то пытается все время использовать во внутриполитической борьбе. На мой взгляд, все-таки действующий президент, он настроен на какую-то стабилизацию и выравнивание российско-американских отношений. Ну, посмотрим, как будет складываться ситуация дальше. Мы, во всяком случае, к этому готовы в любой момент. Подумали все присутствующие, да и вообще все, кто об этом услышал. Вот опять теракт, крупный теракт. Это в том числе, судя по всему, результат глобализации. Как ни странно. Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что там целые сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой каких-то лжегероев для себя создают. У нас кусок пожирнее, другие им помогают. Полагают, что Россия как одна из...